Вообще-то командир должен приехать, значит, это вопрос. Звали вы? А? Звали? Сейчас Али свяжется с ним. Старший лейтенант. А карта Вали идет. Карте завал. Отсюда же. По карте сделал, да? Ну, есть договор. Да. Например, вот тут. Границы. Да. 230 метров назад. 230 метров надо будет назад. Не на границе, а 230 метров от этого. Все, я понял, сейчас. Вы тракторист? Да, я тракторист. Русский ты? Да. Зачем ты здесь работаешь? Помогаешь им. Договор? А? Договор. Договор? Нет, я солдат. Солдат? Да. Ты служишь? Да, я вообще-то в России живу просто. Где? В России, в Краснодаре. Давно тут, не? Давно тут? Я пару дней здесь у них. Дорогу ты строил? Дорогу? Не, я только окопов какая-то. Для машины, что ли, или для людей? Окопы? Да. Ну, окопы для людей, или не знаю. Что? Широкий окоп. Каш, то есть трактор свободный где-то? Внутри? Да. Ну так и в армянской служишь? Да, я здесь. Служишь? Я зачем здесь служишь? Я в России живу, а так в России родился. Ты же в Ханабе, да, что было? То есть тебя сюда как этап откладывают, да? Работать именно. Ахдара? Да. Bütün yok atmayı sen gel gazla.